Мечтаешь об iPhone 10, MacBook Air или PlayStation 4 Pro? Тогда переходи на сайт Runbox и выбирай любую понравившуюся коробку. Множество положительных и реальных отзывов. Быстрая доставка. Просмотреть все товары более детально можно на их канале. Выполнив простые условия, можешь получить бесплатную коробку. На Runbox появились пользовательские коробки. Создай собственную уникальную коробку, расскажи о ней своим друзьям в соцсетях и получи 5% от ее стоимости за каждое открытие. Я уже создал свою коробку. Что мешает тебе создать свою? Ступай по нашей ссылке в описании, там Runbox дарит 50 рублей на баланс и 20% бонусом при первом пополнении. Так. Сейчас. Короче, друзья, у меня для вас офигенная новость. Завтра выйдет мой клип новый, на новую песню, которую еще никто не слышал. Я ни разу еще так не делал. Почему-то, не знаю почему. Ну вот, будет новая песня, новый клип. В клипе снялось очень много известных, крутых людей. В том числе Обла, Меза, Тати, ну и какие-то уже более, ну не такие известные ребята для вас, там, как, ну, те, кто меня слушает, по-любому знают Бонус Би, моего диджея, Уэйдер Вана, там даже, блин, снялся Магия Сникерхеда, Валера из Fiesta Family. Короче, все это приурочено к тому, что 10 ноября у меня концерт в «Авроре» в Питере. Поэтому надо было сделать крутое промо, и вот мы сняли клевый клип на очень крутой трек. Сольный, рэп, мясо, все, что нужно. Я в этот раз сам выступал в роли сценариста, если так можно сказать, то есть все локации. И сам выступал в роли продюсера видео. То есть вместе со своей командой мы все это нашли. Мы почти все. Поэтому это такая большая для меня монотонная работа, которая забрала последние, не знаю, наверное, дней 10. Вот. Но будет клево. Завтра вечером. Заходите на YouTube, а сам трек выйдет, появится на всех площадках 9 ноября. То есть, чтобы послушать трек, надо будет смотреть клип первые 3 дня. Такая затея. Вот, по поводу концертов, еще я буду 17-го выступать в Астрахани. В Астрахани, кстати, никогда не был. Действую из Астрахани тут. Йоу. Наконец-то. Много кто писал, и вот я наконец-то доеду. Ну вот, еще я скажу вам, что там сейчас. Документы. Еще в... Я хочу анонсировать Тюмень 7 декабря. Есть еще несколько мероприятий, 3 или 4. Пока что я не могу их анонсировать. Вот, а пока что так, 10 ноября Питер, 17 ноября Астрахань, 7 декабря Тюмень. Вот. Много новой музыки на подходе. Потом, что могу рассказать вам немножко про свою жизнь, что я буду планировать дальше. После... У меня будет день рождения 16 ноября, мне будет 25 лет. И я решил, что я не хочу в этот день быть в Москве.
Вот, потому что каждый свой день рождения я всегда был в Москве. В этот раз я думаю, что я уеду. Вернее, уже точно я уеду в Европу. Уже купил билеты. Поеду в Рим. Так что, ребята, если кто-то из вас там есть местный, пишите мне в директ, короче, куда сходить, какие-нибудь потайные штучки, лайфхаки. Вот. Я буду рад. В директ я смотрю, все вижу, все читаю. Это отвечаю. Отвечаю я только по делу, если, ребят, но читаю все, вижу всех. Вот. Этот эфир я сохраню, чтобы люди другие могли тоже. Потом, кто не успел сегодня, такое время кто-то может занят. У меня-то 7 пятниц на неделе, я работаю, когда хочу. Вот, что еще? Алло. В общем, сегодня выходной, да, кстати. Ну вот видите, я даже не шарю, когда выходной. Я даже не знаю, когда, не обращаю внимания, суббота, воскресенье. Потому что, ну, когда ты сам себе босс, сам решаешь, когда работать, то у тебя нет выходного, как у всех. Я могу все выходные работать, я могу побудем ничего не делать, например. Ну, как ничего не делать, в смысле не заниматься там, допустим, музыкой, заниматься чем-то еще. Потому что ну, много же всяких дел. Я все еще двигаюсь сам, в отличие от многих. У меня так, ну, как не было, так и нет никаких там продюсеров и так далее. Поэтому я не очень понимаю чуваков, которые там кричат, что они там сами себя сделали, они self-made, когда у них есть продюсер, например. Мне кажется, если у тебя есть продюсер, это уже немножко не self-made. Хотя, с другой стороны, как бы нужно быть тоже, ну, просто так продюсеров в тебя не вкладывать деньги. Надо быть интересным, и это тоже не просто найти себе продюсера. Поэтому я таких людей в любом случае не осуждаю, но просто это нихуя не self-made. Вот мое мнение. Настоящий self-made – это когда ты все делаешь сам, с самими пацанами. Ладно, малыши, давайте, короче. Я рад вас почаще видеть, но я вообще не любитель соцсетей. Если кто заметил, я редко обновляю любые свои соцсети, что ВКонтакт, что Инстаграм, Твиттер. Вот, обычно по делу, потому что уже давно как-то, не знаю, не очень неинтересно сидеть в соцсетях. Вот. Мне интересно реальное общение, и поэтому я бы хотел с вами всеми пообщаться вживую, и самая ближайшая возможность для этого будет ровно через 5 дней. Вот, а завтра встречаемся на YouTube. Все, давайте, всем мир.